Всем привет! Время творческих историй. Рассказ мой о моей новой работе по игре Hitman. В общем, недавно я прошел последнюю трилогию данной игры. Она мне очень понравилась. Это очень добротный стелс-экшон. Очень здоровская, меня очень впечатлило, поэтому я решил сделать данную работу по ней. Нарисовано это все цветными карандашами. Перед этим вот я пробовал на черно нарисовать. Вот потом даже пробовал оттенки лица наносить, чтобы не заколстячить, потому что предыдущая моя попытка увенчалась провалом. Ибо пришлось порвать целый лист. Референсом для данной работы стал плакат или постер для фильма Джона Ву «Наемный убийца», который я тоже очень рекомендую. Очень здоровское кино из эры, когда фильмы были зеленые, как трава в вашей памяти. Самое сложное в данной работе для меня было вот этот вот участок подбородка, потому что я никогда так еще не пробовал рисовать, но на удивление, когда я взял в руки мягкий карандаш, то все получилось легко и просто. Вот. Думал, что будет сложность в рисовании вот этой части с пистолетом, но это еще было намного проще. В общем, в целом, рисунок где-то с покраской занял у меня полтора до еды часа. Вот. Много ли мало, не знаю. В общем, надеюсь, что вы оцените мой труд. Поставите лайки и подпишитесь на канал, чтобы дальше смотреть cool story и довольно-таки серьезные видео. И да. До новых встреч!